Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, вскоре экстренный самолет протокол будет наконец-то деактивирован. Запуск нейросети коллектив 2.0 состоится точно в срок. Еще немножко навсегда там остался. Где? Где? Откуда я знаю, где тебя носит, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальной был, веселая. Как ее не стало, ходишь смурной. А потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. Повсюду только кровь да голова оторванные лежат. Тьфу ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? О Катеньке моей, нашей Катеньке. Совсем тебе память отшибла? При чем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя? Екатерина Нечаева, позывной Блесна. Отряд специального назначения Аргентум. Так ты, значит... Теща я твоя, глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюши не стало, из тебя Сеченов монстр сделал. А, слышал краем уха. Так а чего расселся, раз слышал? Я с тех пор за тобой и следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Прости, старая. Ни от прошлого, ни от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Че глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Вышибу тебе мозги к черту и дело так, с концом. Так, мать, отставим. А Сеченов пусть дальше всех уродует. Пусть всех изуродует весь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если понял, то вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Губы-то не жуй. Чего молчишь? Послушайте старших, майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это чё за говно, Серёж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей! Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чё же, и раньше бабу Зину знал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация, майор, дело полезное, и против нас еще ни разу не играл. Да ты, сучоныш, от меня постоянно все скрываешь. Не играл у него. Да Сеченов больной на всю голову, если так поступает с людьми. Да подожди, а Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может и жива, но в каком виде? Посмотрите на меня. Даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Я умоляю тебя, Сережа! Сеченов должен умереть! Да как же вы меня задрали! Ебучие пироги! Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советские ученые, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Я Сеченова и пальцем не трону. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах ты опарыш! Тварь ты дрожащая! Вы совершаете ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на человека! Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосуд. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не помощник. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя использует! Да неужели? Тогда почему я еще не в лимбо, мать, а? А ты не мертва? Что-то не отдает мне приказов, волшебник. И кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуй на! А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстров вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысль и прививку. Это ошибка! Ах ты сука! На, тварь!
Не отвертишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным сканер видеонаблюдения, майор П-3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П-3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось.